Продолжает свою работу крупнейшее медиа-событие «Астана Медиа Уик». На площадке Казмедиа-центра собрались представители медиасферы со всего Казахстана и стран ближнего зарубежья. За развитием событий следит моя коллега Гульнара. Что интересного произошло к этой минуте? Астана Медиа Уик в самом разгаре. Буквально несколько минут назад в киноконцертном зале закончилась презентация. Видеопрезентация эксклюзивного видеопродукта. Свою продукцию представили 50 продакшн-компаний, а также отечественные телеканалы. Это интересные, это программы, а также реалити-шоу. Это художественные, документальные фильмы, мультфильмы. А рассмотрели их предложения 60 топ-менеджеров медиарынка Казахстана и зарубежья. Отечественная видеопродукция, именно кинопродукция, начинают уже пользоваться спросом за рубежом. Так, право трансляции казахстанских сериалов уже закупили Узбекистан, Башкортостан, Татарстан. А подробнее об этом сотрудничестве нам расскажет директор телеканала «Казах ТВ» Сандугаш Рахимжанова. Сандугаш Нурабаевна, скажите, пожалуйста, на каком уровне сейчас идет партнерство? Как активно, скажем, наши заграничные партнеры покупают казахстанские телесериалы? Вы знаете, мы начали заниматься дистрибуцией, продажей нашего собственного контента буквально полтора года назад. Мы предлагаем партнерам и международным, и казахстанским не только сериалы, продукцию, которую агентство «Хабар» производит, но также различное количество документальных программ, развлекательного контента, звуковые дорожки. Да, и, скажем, с каждым партнером мы как-то стараемся там предлагать какой-то эксклюзивный продукт. Совсем скоро мы будем продавать и предлагать наш новостной контент. Да? То есть это какие-то эксклюзивные материалы из Казахстана для мира. Мы сейчас как раз-таки ведем такую работу по созданию таких неких пакетов, кейсов, которые могут быть интересны за рубежом различным партнерам, независимо от той страны, в которой, скажем так, они находятся и вещают. Можете привести примеры, какие именно сериалы уже, скажем, переведены на местные языки? Ну вот, скажем, последняя буквально новость. Мы с нами поделились наши партнеры из Башкортостана. Они опубликовали это в социальной сети, что на следующей неделе в Башкирии на их центральном телеканале на башкирском языке выйдет наш сериал «Уйгей Жюрек. Чужие дети». То есть это такая очень интересная история. Монголия в прошлом году показывала на монгольском языке тоже ряд наших сериалов. Китай показывал в прошлом году, в том числе тоже на китайском языке уже сериал. То есть это очень здорово, когда сериалы казахстанского производства, отечественного производства, они звучат на различных языках мира. Большое спасибо, Сандугаш Нурабаевна, успехов в продвижении отечественного контента. Я напомню, Астана Медиа Уик, как видим, дает действительно отличные возможности для продвижения казахстанской кинопродукции, и не только кино, но и телевизионной продукции. Астана Медиа Уик продлится 3 дня. Здесь принимают участие не только представители продакшн-компании, известные Ванин, но также и руководители государственных органов, руководители пресс-служб. Кстати, по итогам Астана Медиа Уик будет выбрана лучшая пресс-служба. К этой минуте у меня пока вся информация. Вера, вам слово. Спасибо, коллеги. Я напомню, в столице проходит Астана Медиа Уик, неделя, которая ждет каждый день.